Готовим ризотто. На сливочном масле обжариваем лук. Добавляем грибы. Я взяла замороженные шампиньоны. Выкладываем шпинат. Хорошо обжариваем. Добавляем рис. Еще раз хорошо обжариваем. Вливаем куриный бульон. Добавляем соль, перец по вкусу. Доводим до кипения. Накрываем крышкой и варим 15-20 минут. В самом конце добавляем пармезан. Хорошо перемешиваем, и блюдо готово. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.